Добрый день! С вами интернет-магазин «Дом игры». В сегодняшнем нашем видеообзоре игра-пазл от знаменитой французской компании Джека «Прятки». По сути, это набор пазлов, который состоит из 12 очень ярких красочных картинок, которые разбираются на две части. Посмотрим, что внутри. Надо сказать, что джековские пазлы упакованы очень тщательно в красивой коробочке из толстого плотного картончика. Есть ручка на коробочке, вот такая удобная очень нести, и образец элемента пазла, чтобы вы представляли, какой реальный размер пазла. Вот такие красивые картинки внутри. На одной части пазла животное, на второй части место, где он обитает и куда он спрятался. Это очень хорошо для внимательности, наблюдательности, то есть ребенок еще должен отыскать животного, потому что он выглядывает из какого-то укрытия. Пазлы сделаны из ламинированного картончика трехслойного, очень прочные, ну, по ощущениям практически как ДСП, очень классные. Еще один момент, если ребенок вдруг ошибся, то пазлы не всегда становятся, вот видите, не всегда становятся на место точно. Еще маленькая подсказочка для вашего малыша будет цвет элементов, то есть он должен совпадать. Пингвин на голубом фоне и домик, куда он спрятался, тоже на голубом фоне. Все. Играйте и развивайтесь. До свидания.